Смотри. Мистер Балди! Ксю, смотри, телефон! Ты включай! Мистер Балди, я не понимаю, о чем вы? Ты решила со мной в игры играть? Еще контрольную сделала, ты мной издеваешься? Я не знаю, про что вы! Так, все, Даша, я тебя понял! Два тебе, Даша, два! Что? Ну, мистер Балди, за что Даша два? И ты также! Ты случайно следишь за окном? Это ваше дело рук! Это же... Ты тоже в этом участвовал? Нет, вы не так поняли, совсем не так. Я все так понял. Даш, это же... Да. А я уже все, Ксюш. Я тоже дописала контрольный, но решил проверить. Скучно. Мистер Балди, как всегда, дает больше времени на контрольный. Лучше бы пораньше отпускал. Скукота. Если бы скука была человечком, она бы выглядела так. Глянь, Ксюша. А что это? Это кто? Кто это? Скукота в реальной жизни. Рисунок так себе. Чего? А ну, Ксения Макарова, Тавская. Чего? Вы что, слушаете, если Ксения Макарова? Тавская, я сказала. А, да, мистер Балди. Итак, расскажи всему классу, профессиональная наша художница. В каком году был написан портрет Мишки в лесу? Время вышло. Два вам, Ксения. Ай-яй-яй, вам-то и не знать. Ну, мистер Балди. Ладно, четыре. И родители школы. Ваш дневник. А только не родители, а мама. Вот дневник. Так запишем. Мистер Балди, императрица школьная. Тогда сдаем. Ой, Даша, извини. Это я не посмотрела, что сдала. Мистер Балди, это я во всем виновата. Странно. А на тетрадке написано, что это Даша. Все, разговор закончен. Урок завершен, все по домам. Ну, мистер Балди. Еще на работе. Отлично. Даша, чуть чисто. Даша, Даша, Даш, ты где? Ау! Что там? А? А ты зачем ты в окно полезла? Чтоб наверняка, если папа узнает, что у меня двойка, то мне крышка 3 недели минимум из улицы. Все гаджеты на месяц.
На месяце два точно. Но это же не твоя вина. А как я это докажу? Да, мы пробовали. Папа вернется с работы. Что делать, Ксюша? Ты должна меня спрятать. Не сходи с ума. Ты же не можешь вечно прятаться. Месяц только переждать, а я тут в шкафу буду. Ты мне только поесть принеси. Даша. А лучше уеду к бабушке. И там спрячусь. И она не будет об этом знать. Из страны надо улететь. Сможешь паспорт достать? У тебя есть кто может сделать его? Даша, Даша, ты меня пугаешь. Точно, у меня есть одна идея. Какая? Сменить мне лицо и личность. Я буду Мария. И фамилию поменять. Да, нет, другая. Сейчас. Ваня, привет! Да, я не особо рада тебя слышать. Знаешь что? Ах ты! Да сам ты такой! Блин, не за этим же звонила. Ваня, да, я снова. Мне нужна услуга. Хорошо, с меня контрольная. Целый месяц. Сколько? Ах ты! Хорошо, 3 месяца. Так, теперь давай номер того хакера. Который, ты говорил, может оценки исправить в электронном дневнике. Сам наберет? Хорошо, жду. Ну что там? Что за хакер? Сейчас с нами... О, так быстро! Алло? Алло? Я есть вирус! Я есть программный код! Я существую везде, где есть связь! Я многолетний хакер! Трубку уже можно положить! Есть тут хакер! Да какой он хакер? Это я хакер. Да не, мы все вместе поменяли хакера. Нет, я главнее. Я центральная голова. Так, ладно, вызывай. Положи мою визитку. Ну, что там надо? Может, изменить личность? Или что-то темное? Может, запрещенный хак скачать? Или в темный интернет там? Мне нужно оценку брать из электронного журнала. Расплюнуть! Всему есть своя цена. Согласна! Даша! Так, давай, в качестве подтверждения мне нужен твой доступ в социальные сети. Например, в Инстаграм. А это зачем? Вот, пожалуйста. Даш, ты что делаешь? Блин, Даша! Отлично, сделка почти завершена. Даша, ты что наделала? Ксюша, у меня нет выхода. Родители узнают, и мне конец. Ну вот и все. Почти все готово. Бонусом оценка 5. Да ладно, круто, я живу! Ура! А, ну пока еще не ушел. Может, там вам надо принтер заправить или винду приуставить? Нет. Жаль. Ты его слышала? Всему есть цена. Ой, да ладно, денежек попросит и все. У меня на завтраке остались, я и отдам. Ну, не знаю. Вот я такой классный, думаю, что сделала. А ты что, не видела, что я сделала? Ты видела, конечно. А ты видела, какой новый крутой лего? Ой, классный. Даша, ты это видишь? Да, но почему у школы полиция? Не знаю. Пошли скорее. Куда бежим? Это место преступления. Видите, ленточка полосатая. А что случилось? Да, так, ничего интересного. Один учитель пропал. Только остались следы борьбы. Вы что-нибудь знаете по этому поводу? Все, давайте отсюда, здесь не на что смотреть. Ксюша, в нашем классе пропал учитель. Ну что это за учитель? А, давай проверим. Да, но там полицейский. Не получится. Надо его отвлечь. Даша, ты говорила, у тебя деньги от завтрака остались. Да. Есть идея, пошли в продуктовый. Mm-hmm.
Серьезно? Кино полиция обожает их. Да и Томми обожает сладкое. Пончик. Никого. Что за шутки? А ну выходите. Вы это решили поиграть? Не могу оставить место преступления. Я не куплюсь на это. Записка моему кумиру от поклонницы. Вау! Прикольно, поклонница. Тепленькая. Смотри, это же линейка Балди. Она сломана. Ксюша, я, кажется, знаю, кто пропал. Смотри. Мистер Балди! Работает. Это дневник мистера Балди. Это телефон мистера Балди. Сегодня я пробовал заговорить с ней, с моей возлюбленной Зоей. Что? Что это? Странно, наверное, было барахление света. А? Это... Простите, вы кто? Вы кто? Я пришел решить все твои примеры. О, здорово! Это мой, наверное, покойник. Но как вы попали в школу? Зачем вы идете на меня? Что вам надо? Да, мне нужны твои программные коды. Чтобы он оценки нам поменял. Ну что нам делать тогда? Мы виноваты, что его похитили. Или еще хуже. Так, успокойся, мы и не с такими справлялись. Нам нужно придумать план. Нам надо найти этого хакера. Ну как, контактов же у нас нету его. Я Ване сейчас позвоню. Что? Номер, который вы набрали, не существует. Слушай, мне страшно. Нам нужно отправиться за ним!
только это видео наберет лайки, сразу выйдет приложение. Ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем люблю! Всем пока! Пока! Юрка! Итак, расскажи всему классу, профессиональная наша художница. Ярослав, ты так говоришь, что ли? Я вот так говорю! Ты как бы можешь что-нибудь сказать от меня? Я не хочется. Гнусавый. Ладно, хорошо. Мистер Балди, императрица школьная. Готов? Да ёбаста, тише, сейчас, подожди, сейчас. Перебор, сейчас, подожди. А тут торт, блин, что такое? Попробуй другой стороной. Я знал! Мистер Балди, это я виновата. Ты? О, блин, что это было с тобой, блин? Ё-моё. Нифига себе. Ты в порядке? Это что так? Да, ты сенсей, всё. Точно, не нашли. Так, теперь давай номер того хакера, который ты говорил, может оценки править в электронном дневнике. Чё, длинная фраза. Давай. Это телефон мистера Балди. Пашка, двигай пальцы. Ребята, давайте подберем.